материалы и там, значит, как-то это все. Но на сегодняшний день, с учетом того, что есть закон, до 20 июля прошлого года, до 20 года, скажем так, позапрошлого года, можно было разливать все, что угодно в бутылку и писать «Вино России». На сегодняшний день, если вы видите вино защищенного географического указания, то это означает, что вино именно из российского, из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, ну, в винодельской зоне. И самый важный момент — это то, что...